Всем привет! И снова распаковка на канале Коллекция монет. Следующее письмо, следующие монеты. Монет, как и в прошлую распаковку, не так много. Вот такая вот маленькая фигуринка мне пришла. Открываем. Открываем. Так. Вот, в общем-то, две монеты. Видно, не очень хорошо. Сейчас достанем их. Отковыряем. Так. Ну, на картонке продавец, прямо скажем, сэкономил. Не знаю, то ли картон в том городе не производится, откуда мне прислали. По весу как бы тут экономии никакой нету. Я как-то стараюсь все-таки упаковывать более надежно эти монеты, чтобы картонка примерно соответствовала размеру конверта, а не бултыхалась, поэтому конверту. Так, ну, дошло все, как бы все хорошо. Итак, это видно, чьи монеты. Это две китайские монеты номиналом 5 юаней. Первая монета 2004 год. Называется Парки Суджоу. Это эти две монеты из серии китайских юбилейных монет. Серия состоит из 15 5-юаневых монеток и разделяется там на несколько, скажем, частей. Там достопримечательности Китая, достопримечательности Тайваня и всемирное наследие ЮНЕСКО. Вот это вот как раз таки монета из набора «Всемирное наследие ЮНЕСКО», из поднабора, скажем так. А монеты, эти 15 монет, выпускались в период с 2002 по 2006 год. Не хватает у меня, две получил сегодня, пару монет еще не хватает. Уже, в общем-то, нашел я, где их можно сразу две приобрести. Тоже планирую, если никто не перекупит, забрать. Ну а вторая монета, это тоже 5 юаней, 2003 год. Это уже из-под набора достопримечательностей Китая монета. Императорский дворец. Китайских у меня еще достаточно много не хватает юбилейных. Около 30 штук. И, к сожалению, наверное, не все их там удастся приобрести. Есть там пару монеток очень дорогих. Из первой юбилейки. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Пока.